А вот Нас когда... же вывели, 22-го вывели, и нам, нас часть не захотела и обратно возвращаться, понял? Ну. Вот, типа, отказники, понял, мы остались. И все, уже вот, я по... Я позднее, там они по там в лагере, в Белгородской области, около Валуи, понял? Ну-ну-ну. Вот, а я по семейным в отпуск, да, в части добрался, там рапорт написал, ё-моё, и домой сорвался. А я слышал, ваши танки, в смысле, танковый полк, там 60 танков отставили. Ну, у нас тут было 60, осталось 10. Разгибали его. Половина в плену, половина 900-300. А вас не говорят, когда вводить? Я ваших видел, в смысле, ну, на Валуйках стоят там целая рава ваших. Бля, братан, я хуй знает. Говорили 24-го нас уводят, нихуя уже. Сказали 26-го. Ну, 26-го тоже хуйня. И последнего даты, но это, скорее всего, это 6 мая. А наша реактивка что, так и будет молчать или начнет что-то делать? Я хуй знает вообще, ничего не известно. Все молчат, чё, как, хуй поймешь. Понял.